Итак, друзья, всем доброе утро. Смотрите, какое прекрасное небо у нас сегодня. Сейчас у нас будет экстрим. Короче, вот такая вот вышка. Она, правда, никак не закреплена, поэтому будем балансировать, так сказать. Все, начинаем квалификацию, погнали. Так, ребятки, в общем, с вышки не снимал, было очень-очень холодно. Выдвинулись уже домой. С Денчиком в Екатеринбург едем. Кафешечка, кстати, топчик Милана. Соляночка вообще и зимний салат. Ребятки тоже вот заехали сырёвок покушать. Короче, погода жесть, хреначит снегопад. Пару раз чуть было не было, но слава богу обошлось. В общем, едем 60-70, видимость нулевая. Потихонечку едем домой.